исполняющий обязанности начальника отдела управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области, подполковник полиции Лыков Константин Николаевич. 7 декабря 2016 года на телефон 102 города Мариуполя поступило сообщение о том, что обнаружен около дома по металлургов 111 обнаружен труп неизвестной девушки. Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что эта девочка в возрасте 15 лет, жительница Мариуполя, вот, учащаяся одного из техникумов, первого курса одного из техникумов города Мариуполя, и предварительная причина смерти – это суицид. Значит, девочка, мы установили, провели проверку, что девочка из нормальной семьи, есть у нее и папа, и мама, и младший брат. Версии ее суицида сейчас расследуются. Это был 14-этажный дом. Девочка поднялась на 13 этаж и прыгнула с балкона. Естественно, шансов выжить, упав с такой высоты, уже не было. Поэтому, когда приехала на место происшествия сотрудники полиции, девочка была мертва. По этому факту открыто уголовное производство, предусмотрено статьей 115 Уголовного кодекса Украины, в скобочках самоубийство, и в настоящее время проводится досудебное расследование.